Свобода журналистской деятельности является одним из условий существования демократического общества. Наши средства массовой информации постоянно сталкиваются с противодействием чиновников, бизнеса и безразличием правоохранительных органов. Одесские журналисты высказали претензии депутатам, полиции, прокуратуре в ходе круглого стола, организованного правовой комиссией Одесского районного совета. Примеров нарушения прав журналиста, к сожалению, много, и положение дел не меняется к лучшему после смены властей. Все президенты, министры внутренних дел и прокуроры обещают защитить средства массовой информации. Только обещают. За 30 лет независимости Украины в нашей стране загинуло 74 журналиста. Это много, такой печальный опыт нашей независимости. Но каждый раз происходит противоправные действия, только... По рейтингу засобів масової інформації Одеса посівала друге, третє місце в нашій державі. Препятствование журналістської діяльності продовжується. В лучшем случае чиновники і бізнесмени скривають інформацію. Особо активним угрожають. Нередко случаються і нападения. Ламають камери, наносять телесні повреждения. В Одесі за такі діяння строков заключення ще ніхто не отримав. 17-й рік, да, 31 июля. На меня було нападение, поломана челюсть в двох містах, пробита голова і, скажімо так, меня собирали в том военном госпитале. Сколько следователей поменялось, сколько раз передавалось с Видеопольского, в областное управление и так далее. Неодноразово возникают подобные ситуации, когда действительно есть загроза життю и возможности проводить профессиональную деятельность. И, на жаль, не завжди мы получаем даже ответы на официальные запросы до правоохранительных органов. І до головного управління національної поліції ми зверталися після подібних ситуацій, які відбувалися ще декілька місяців тому, точніше 15 жовтня був випадок нападу на нашу знімальну групу телеканалу «Одеса Лайф» під час виконання наших службових обов'язків. Не доведено до суда і уголовне производство по нападенню на телекомпанію «Круг» і непосредственно заместителя директора февраля 15-го года. За 6 лет поліція, прокуратура і служба безопасности втроем не смогли или не захотели завершить расследование и предъявить обвинение. Так называемая полиция, так называемая прокуратура, так называемая служба безопасности Украины, так называемой демократической европейской страны, это дело благополучно спустило на тормозах. Не делается ничего фактически. Это было 9 февраля 2015 года. Прошло уже 6 лет. Палец о палец. Пишутся формальные бумажки, что-то там кого-то куда-то вызывали, нас некоторых, в том числе даже в СБУ, и все дело. Я думаю, что его уже съели мыши в столах доблестных следователей. Во время выступления журналистов представители полиции и прокуратуры что-то записывали. Хочется надеяться для того, чтобы принять меры. А возможно, в лучших традициях нашей силовой системы фиксировали наиболее активных журналистов. Как говорится, брали на карандаш, заносили в черный список неугодных. Так или нет, будет ясно со временем.